Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал «Лёша играет», и это продолжение партии за Грузию на карте Средиземноморья в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А также напоминаю, что я провожу опрос на лучшую и худшую цивилизации в Sid Meier's Civilization 6. Ссылка на этот опрос находится в прикрепленном комментарии к этому видео. Пожалуйста, поучаствуйте! А еще спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо большое им за поддержку. Ну и, конечно, всем моим зрителям приятного продолжения просмотра. То я сейчас выйду туда, куда они апаются. Они апаются у нас в латник. Нет, они замещают мушкетера, они лапаются. Где у нас мушкетеры, не видно. Ну что, ставить тут священное место? 12 ходов долго. Но мне кажется, везде, где есть реки, мне надо во всех городах священные места с моим... Два хода. С моей особенностью. Блин, ну тут все грабит, тварь. Ну, давайте, наверное, куплю здесь опять уже посело. А это пока все оставляю. И идем в теократию. Валетта, да? Да. Тут нету жилья, потому что разграбил нам все... Так, Лян в Цхуме. Вообще можно рабочих покупать потихоньку? Я так думаю. Четыре. У меня 7 есть. Рим, предложение. Глянь, что ты хотел бы за это? Ну, в пределах разумного. Ну, давай, 100 голды. О, 5 реально. Ну, давайте я до 6 доведу. Чтобы меня с каждого религиозного здания давало. Немец, давай научные. Научные я с тобой не хочу. Я хочу экономические. Я хочу с Португалии экономические. Правда, Португалия про это еще не в курсе. Окей, можем культурный. Блин, как мне в горе еду сделать, интересно. У меня к тебе караваны не хватит. Даже никаких клеток особо. Ну, вот эту я еще могу добавить. Что? А, могу вот эту... Португалия что? Все, я уже спортсмен. Хотя я не знаю. Это овцу надо купить возможно, в горе. Это ошибка, потому что может не так не дотягивается мой караван к нему. Сейчас знаю. Мне кажется, союз с Португалией в принципе ошибка. Так оттягивается, не дотягивается. Польша, что у тебя с Одессой? Варвары. Турок, когда у тебя союз? Кого? У Турции. Mm. Блин, все священные места полностью разграбил. Я хотел на ускорение через 5 ходов. Ай, блин. Пришел мечник, хер знает откуда, вот отсюда. И полностью священные места разграбил. Нормально? Как к этому вообще относиться?
Ну, я здесь хочу поставить. Правда, опять же, производства нету. Цехе один ход. По-моему, кайф. После священного места. А, тут сейчас ледниковые стены строятся. Блин, вообще, давайте все-таки тут со стенами сначала. Генка, какой союз будем? Канонический? Поляк. Религиозный. Мне, ну, религия теперь своя есть. Религиозный. А, чтобы на тебя не давило, так? Это болезнь. Религиоз, мне кажется. Блин, у меня что-то не сдался с тобой. Я тебе караван хотел нормально. Разберемся. Так, что ж я дальше хочу теперь? Картографию? Или массовое производство? Ну, то есть... Ну, рыбацкие лодки, 2 золота, а верфь производство даст. Но у меня, наверное, производство... Давайте, наверное, все-таки сначала картографию. Мне точно не нужно прям две каравеллы. Мне, во-первых, им плыть негде, во-вторых, я торговую республику не хочу. Так, это к какому городу Каспий относится? Хорошо. Но 2 золота от рыбацких лодок это вполне норм. У меня рыбацкие лодки тут есть. А верфи, производство, у меня и так оно есть. Я не думаю, что я буду верфи строить. У меня есть что строить все еще. В городах. Что с Одессой происходит? Так, Цехе дала нам 4 очка эпохи. Это у нас заканчивается. Кстати, еще пока не заканчивается. Если что нападает, твой любимый клан, Грузия. Желтый козел. Ну, тогда полегче с ними. Кстати, а вы в курсе, что теперь с последним патчем, если ты союзник с игроком, то ты шпиона вообще не в один город, даже в списке его нет. Мы в курсе. Да. Я поэтому с поляком не хочу, уже. Не хочу, например, союз заключать, что он может мои города открыть, а потом не продлевать союз и ко мне шпионов посылать. Давайте я тут куплю строителя. Наверное, постою. Как я так вот позасвечиваем территорию, чтобы подальше видеть. Немец кинул союз. Давай, заключим. Лечимся. Лечимся. Грек, предложение. Нападаны там кто-то строит. 147 у Рима. Красиво. Так, ну, я, скорее всего, вот в этот раз поставлю первый посол, и я хочу Валетту за союзе и попытаться по максимуму в центре городов. Я, конечно, мог купить стены, но, извините, когда у нас плюс 100% к строительству оборонительных зданий,
в Конгрессе, да, потом плюс 100% моя способность как цивилизации, не, плюс 50%, и еще плюс 100% карточка, так зачем их покупать за веру? Мне тогда веру можно что-нибудь другое потратить, по моему скромному мнению. Кстати, а тут можно коммерческие районы просто поставить в Поти и в Телаве, вот здесь. Вот и закончится у нас тут ромашка. Так. Знаете, что я еще... Там, по-моему, на еду взяли этот здание. То есть укреплять мне нету смысла. Я хочу тут отремонтировать сначала все эти, а потом уже цехи достроить. Потому что это дает мне жилье и еду. А у меня цхуми не растет, видите, из-за этого. Так. Корсику заселил уже Рим. Так. Вопрос, надо ли мне тут ставить или сюда перейти? Я бы, наверное, тут остался, тут хоть до меда можно дотянуться. И, пожалуй, начну сразу со священного места. Потому что в центре я сейчас, я надеюсь, Валету перекупить. Оказывается, в Португалии много болот. Да, то есть там эти минанки хорошо зашло. Ну, я 3 клетки вижу рядом. Да, просто там не очень, на самом деле. Ну, 3 клетки немного. Вот Египту бы эти минанки точно было в тему. Ай. не сыпь мне соль на раны. Да, да, но больное прям. Да, жалко, Наски нету. Я рядом со столицей и ближайших городов нету ни одного... Бафа на камп. О, котопахи, блин. Нормальное чудо. Извергся. Ну, через правительственную площадь можно раскачать до плюс 4. А, что? Это вот здесь, нет. Это не то. Вообще нету соседства для священного места, но тем не менее. Так, подождите, давайте подумаем. Промышленная зона... Промышленная зона вот сюда здесь становится. Соответственно, акведук сюда. Значит, мы тут можем спокойно, ну, теперь сюда священное место. Такие свои территории огромные. Ты там территории в него такие себе. Ну, фермами обложиться, все выросли, города, и ты обрабатываешь эти все клетки и... Тут цехи есть, тут цехи есть, тут сейчас будет, тут есть, тут есть. Знаете, я куплю тут... Не, давайте, короче, теократию. Сначала надо посмотреть, сколько я в центре городов куплю. Значит, первый посол. Все религиозные юниты дополнительные. Нет, это не будет работать. Соседство для гавани. У меня верфей пока нету. Я думаю, тоже пока нету смысла ставить. Что сюда? Содержание юнитов. Состояние морских. Все фигня. Ну, давайте тогда медины пока поставим. Просто плюс 2 к жилью.
Так, перекупаем валетту. Сначала в новых городах, пока его не перекупили. Польша, зачем? Ну, тут, на всякий кстати, случай, ну, водяная мельница очень в тему будет. У тебя на территории там один минут. Ну и в принципе можно как раз стены начать. Ну, раз такое дело. Пока. Вот в новых городах стены можно будет купить. Так, куда мы дальше пойдем? В наемники. Ну, просвещение тут. Давайте в дипломатическую службу. Тогда через монархию. Отлично. Теократия мне еще и на 15% дешевле покупка за веру. Я встану тут пока просто вот так стоять буду. Заряд, давайте, наверное, вырубим вот тут лес и шахту поставим, а этого как раз на чаек. Так, и ставим святилище. Сколько ходов? 10. Ну, мне кажется, все-таки стоит моего уникального юнита купить, даже если я переберу очков, я просто могу выйти в такое время, что я не смогу ничего вообще, ну, не смогу вообще его приобрести. Сколько он стоит? Варвары у меня с Одессой, понимаешь, прикол. Хевсуры 320. Мы все переживаем. Понимаешь, что я что, ну значит новый еще косило сделаю, приведу. Что мне остается? Ну, теперь еще этот вулкан становится активным, нормально? Так, пожалуй, лучника надо убрать тогда отсюда. Да не, вроде пока еще не падает. Может мне тут еще город поставить? Я вот думаю. Ну а что в столице не построить монументы? Не помешает вообще. Анцы у Везувия. Интересно, я смогу так до Франции добраться? Кстати, француз это последний будет, получается. А, я уже могу через океан плавать. Так, ну и турок все никак в союзы не выйдет. Тут еще фес есть. Да, есть такое. Кампус на плюс 2. Ну, давайте построим. То есть мне бы, конечно, коммерческий район ставить. Но пока так. Не знаю, я пока не хочу каких-то поселов еще покупать. Хотя я бы вот здесь Грех, рабочего когда купил. Союза. 55. Ты с ремом союзиться собираешься? Уже в союзе. Ну, я уже в службе. Бросил союз.
Камни, кстати, Египет отправляет караваны. Только Хатуса. Кому Египет? Наверное, к турку? Или вообще он никуда, он внутри себя. Чисто. Немец, предложение. Так, ну я вижу Анций хотя бы. Я уже в Анций смогу отправить. Хотелось бы, конечно, Рим увидеть. Нет, монархию не берем. Кавалерия. Я бы, наверное, вот эту тоже убрал. Я бы стены, наверное, купил чисто за веру. Я сейчас подумаю. Какой ты союз хочешь? Тиню. О. Он в союзе. Кто кого спрашивает? Я тебя спрашиваю, Греция. Я тебя спрашиваю, какой ты союз хочешь? Не знаю, какой у тебя есть предмет. Я ему научный предложу. Не, у меня любой бы есть, потому что я только что у них вышел. Осман, давай со мной на наушни. Мне там на самом деле пофигу. Все, караваны пускай. Цитрусовые. Трусы, слышишь? Цитрусовые, да, с Египтом. Нормально там науки у Рима. Египет, предложение. Так мы же торгуем сейчас, блядь. Да. Нет, делаешь что-нибудь с котом уже. Ну что я с ним сделаю? Кот он есть. Покорми. У него так, есть. Так, пример. Погладь кота. Грузия, предложение. Разве что. Религиозный. Ну, религиозный так религиозный. Я солью с Венгрией, по-моему, торгую. Жаль. Так, что мы можем за веру еще купить в центре? Амбар, водяная мельница. Ну, какой ты хочешь, кидай. Монумент. А ты уже вышел? Да. Мы тут цехе построим, 3 хода. Экономически я уже заключил, если что. Амбар. Тут только средневековье. Но я бы амбар где-нибудь лучше купил, потому что все еще на стены действует. Давайте здесь амбар. И здесь амбар. Так, что-то в столице нечего. Да? В столице. Может, мне какие-то дипломатический квартал внезапно в Тбилиси построить? Кстати, вот это будет в тему. Ну, еще, конечно, тут театралка. Ай, ладно, театралку. Что-то смотрю я на грека с 29 культуры и плачу. О, ну, по-честному хочу поломалась. Сказать, у меня очень мало клеток. То есть у меня есть горы, но у меня очень мало клеток. Вот вообще кардинально мало клеток. И я очень прям печаль за это. Ребят, Одесса пала. Жаль. Варвары? Да. Варвары? Да. И Севастополь ты тоже для них поставил, да? Так там же сейчас... Конгресс. Не, я думал, надеюсь, он наконец-то выстоит. Ну, окей, там ладно, там тебе говорят, да, что вообще-то конгресс плюс 100% к стенам. Ну круто, меня воруи начали атаковать. Я не заметил, что они атаковать. А вот то, что Севастополь, это да, это, кстати.
Все, что поставим. Может, Мемфис обратить, чтобы он влиял на другие города? А что вы мне рассказываете? Я могу дамбы поставить. Серьезно? Ну да. У тебя вау. Есть пойма? Есть у меня пойма. Лабрисали тоже. Знаешь, обманули. Действительно, есть у него пойма. Египет, и ты можешь ставить дамбы? Не знаю, я их не открыл. Я их не открывал даже. А в Ростах-то открою. Блин, ну тут кампус как-то... А, стоп, я ж тут этот строю. Я рассчитывал, что не могу. Форос. Тогда тут театралка нужна будет. Ханза, ты заберешь этот лагерь или мне забирать? Так, я хочу Хевсура. Заберу, заберу. Все-таки купить, причем вот я тут. Все, прощай, Польша. А что еще и Хатуса забирает? Хотела. Ну да. Окей. Забирай. Я, в принципе, вообще не против. Только прекращу это страдание свое. И ну просто стримом что-то нужно делать, как на него нападать неудобно. А, венгер уже захватил Краков прямо. Да. Града, все, я даже, наверное. Больше. А тебе может отправить какую-нибудь помощь, не знаю. Помощь, не, помощь не надо, тем более. Мне вообще пофиг на это. Вот я всю игру только смотри, 51 наука еле выбился в это. Ну как? Как тут играть? Старк или новишь? Непонятно, как расселяться. Ну, короче. Если это фигня, я вот даже рад буду, если кто-нибудь прекратит мои страдания. Это плохо. То есть ты думаешь, кстати, что, что Польша самая тут хреновая, что ли, думаешь, на карте? Да. Старт вообще хуже. Ну, после старт не очень было, тебе скажу. Ну, по мне слишком плохо. Как минимум, ты видишь, какой у меня результат при моем старте. Я не очень представляю. Нет. Я считаю, смотрю, у Польши был бы нормальный старт, если ей удалось бы взять пантеон на эти на лагеря. Когда а кто взял пантеон на лагеря? Но без пантеона на Рим. То есть был бы у меня пантеон на лагеря, я прям отлично себя чувствовал. Но без него все, ни о чем. Кстати, Краков, что это не мой основной город, это вот я там этот переименовал. У меня вот там венгер, короче, уже поляка. Выносит. О, Брюссель встретил. Так, а что Брюссель дает? Что там? Чудес света 15%. Блин, что-то долго и библиотека, и универ. Так, где Петра? Хочу посмотреть. Вау. Кстати, Верви, я тебя хочу очень сильно разочаровать, но ты в курсе, как у меня города стоят и будут стоять еще? Ну, ты его очень долго меня забирать будешь. Ну, там мне ты все полностью не нужен. Что? Не Мукачево, вот Винница, крайний, что мне нужен, все. Круто, а ты же понимаешь, что если я мир не заключу, они очень хреново работают. Хорошо. Как, нравится тебе? Не, знаете, я может повою еще. Может помощь даже какую приму. Оставляю эти клетки. Сейчас так, я бы строителя где-нибудь. Я, кстати, не знал, что Оазис и Петра тоже бафают. Да. Ну да, посмотри, 5 пищи, 3 золота. Нет, так я знаю, я же говорю. Говорю, да. Это сильно. Тут есть холмы? Пойду сейчас одним этим Хевсуром туда. Против агрессии. Так, сколько ходов? 6 и 1 очко эпохи. Его. Нормально. Я все-таки решил, я смогу тут просто попить крови. А то что еще делать? Нечего больше делать. Все правильно. Надо на этом. Правильно, правильно, попей кружки. Ну, только при финансовой поддержке.
Португалия предложение. Пока не распространяю религию, потому что веру есть куда тратить. А тут я хотел строителя. Рим тоже предложение. О. Последние деньги забрал. Что там? Кризис? Да. Да, против венгра. А кто участвует? У меня я с ним точно союз, нет. Я не участвую. Я в союзе тоже, не судьба. То есть мы с поляком? Не, давай не будем участвовать, как бы, а толку. И я тут не отобью. Плюс 3 к атаке. Ну у тебя будет, да, у тебя будет плюс 3 к атаке. Нет, подожди. У венгра минус 3. Да, 5. У него минус 2 к атаке. А, это на момент... А у тебя плюс 1 к перемещению? Тогда давай, да. Плюс мы с тобой территорию друг друга увидим, если пройдет. Давай. 100. Португалец. Ну тут уже нету смысла, я думаю, что венгр заберет поляка. Поэтому нету смысла. Подскажет. Сулейман, португалец минус, и венгр 6 голосов влил. Нормально. Не, португалец, а вы-то зачем? Она хотя... А, нет. Скорый вас не смущает, да? О, один ход. Знаете что, я отложу все-таки тут производство. Так, что я еще могу купить за веру в центре городов? Грузия, кину предложение. Средневековые стены, средневековые стены. Водяная мельница. Наглый просто, а ну прими. Только Польша, давай насчет воевать будем, мне трошки позже прогружается. Ну, начало хода только. Так, что у нас Польша с кампусами тут? Нужны? Плюс 3 есть. Ну, не хочу убирать овец, как ни странно, я бы лучше... Польша. Я бы лучше сюда поставил кампус. Я бы тут с кампусов вообще начинал, а не со священного места пока. Хотя, наверное, зря. Все-таки священное место — это у меня рост. Все священные места у меня рост дают. Не надо мне так сильно Францию увидеть. Или ну так дерево скитерилось, ужас просто. Две техи. Где мушкетеры, ребят? Где мушкетеры? Мушкетеры очень далеко, парни. А, они за всема техами возрождения. Да. Да. О-о-о! Так, так, наверное, книгопечатание стоит. Они самые последние возрождения в первой строчке. Я попробую универ купить в горе. Еще... Так, все остальное у меня во всех остальных местах что-то строится. И до конца 5 ходов. Так, дипломатическая служба. Тут поставим... Прям сделка. Смотри. Блин, а куда у меня вообще караваны бегают? У меня только один караван если бегает что, к турку. Посмотри на науку Рим. Посмотри на мою науку. Это Рим говорил. Ну вот и посмотри на свою науку. Ну сейчас пройдет эпоха и будет меньше. Но убрал 100%, потому что я не собираюсь 50. Сейчас стены 50. Строить на самом деле. Хотя может быть и надо было строить. Черт. Сделку принял? Да нет, я не успел. Блин, а нафига я сюда влез? Меня сейчас убьют. Просто когда вы говорите за лидера в середине игры, кто не вармонгер, это вообще толку никакого. Ты забираешь ученых, и ты потом догоняешь только так. Ты на территорию тоже посмотри.
Сори, позже, сейчас не могу. Ну все, я опять в золотом веке. Я могу уже? Могу шпионов делать. Ну, я не знаю, у тебя там по Африке есть? Польша нашла. Алло, Польша. Я не поражаю тебя, что когда ты воюешь. Польша, бля. А, извини, Польша, все, буду знать. Да, слушай, ты так меня тут забираешь, что ты так вот... Почему ты стреляешь? Я говорю, на что ты дальше продолжаешь стрелять, алло. Подожди, окей, все, но подожди, говорю попозже. Сейф еще 10 минут. Все, договорились, дальше на счет. Все, ну, больше не будет так ходить. Я готов. Посчитайте кто-то. Так, слушайте, сколько тут ходов осталось? 4. Раз, мне надо два, и эти клетки выкупить. Три. Для Тлави. Коммерческий район построить. А давайте как библиотеку. Наемников. Сколько у меня юнитов? 3, 4, 5, 6, 7 скауты, так? Или у меня один скаут остался? Слушайте, а у нас есть такое правило, что нельзя портить территорию перед тем, как тебя захватывают? Ну, а зачем? Как ты представляешь? Не знал такого. Ну, в смысле, например, вот я поставлю сейчас, например, заповедник на точке, ну, на территории с плохим престижем. Ну да, это, да, ну, зачем? Это будет запрещено или нет? Мы тогда тебя назовем свиньей просто. Зачем так делать? Окей, все, ну запрещено. Ну не запрещено, ну слушай, зачем вот спрашивать? Вот ты понимаешь, что это же как бы, ну, не очень... В чем тут стратегия вообще? Мне узнать просто интересно это вообще. Просто в некоторых сериях это прям запрещено, поэтому я хочу узнать. Да, потому что приходят и начинают вот такое. Но я... Мне лучше посмотреть, чтобы человек такое сделал, и потом мы с ним попрощаемся. Зачем мне это прописывать? Ну окей. Просто хочу узнать, мне вот интерес такой. Ну просто представь, что вот ты будешь кого-то так выносить, и тебе так же само запорят клетки. Будет приятно. Ну, неприятно, согласен. Ну, как бы... А мне неприятно то, что мне выносят. Грузия предложение кинул. Это часть игры. О, мы встретились, ну, да, с Францией. Блин, я надеялся, что к следующему перейдет. Что, поним? Так, а давайте посмотрим, каких там очков больше всего у Рима капает, как вы думаете? Думаю, там каких-нибудь ученых. Ученых у Рима. Ученых, ну, окей. Давайте ученых завали. Да, 15. Давайте ученых. Я так предлагаю. А, торговые пути давайте или Рим, или Португалию завали. Ну, банить надо Португалии, конечно. У меня нет Португалии, поэтому я... Посмотрите на мои параметры. Я бы предложил Осману. Я бы предложил Криму. Ну да, давайте забаним Криму, слушайте. Ну вы что, он в лидерах, а у португальца действительно он же не в лидерах. Да, ну, как бы начинается. Я вот так исхожу из этого. Рим, я за тебя. Я за Португалию, точнее. У меня к тебе караваны. Я прям все даже валю, чтобы прям точно... Это никак не коснется, у него не будет каравана. Да? Так ты тоже пускай коснешься. Да наш обе стороны работает. Я думаю, что отменять все международные пути, что с цивилизацией и с другими, ну, так само к нему. Ну, так конечно, да. Ты не можешь пускать с ним, он не может. В обе стороны. Я тебе золотую гоплю, у меня к нему караваны просто. Давай я против. Ну, да. Что-то тут, короче... Раздор. Забанили Риму торговые пути. Так, я, наверное, тогда этого скаута на автомат поставлю, раз мы тут уже нашли. В принципе. Без денег остался, все.
Так, а я каравеллы открыл. Может пойти каравеллы апнуть. Так, надо будет вернуться к турку. Бляк, я готов, если кто нам посчитает. Раз, два, три. О, понятно. Да-да, шпион это вообще. Что ты хочешь за шпиона? Город. Тебя ничего нет. Ереван, ну мне в Ереване так уже. Денег? 7. Я, может, не нападал, но у меня литр нет. У тебя одного семьи. Послушайте, а Хатуса что мне дает? 2 единицы и семьи. Ну я поделился, что ты? У меня селитра есть, я могу поделиться. Не, сейчас уже не надо делиться. Сейчас уже из только города вернул. Так. Железо не мог выбросить, не мог. 3 хода. Что мы тут еще не купили за веру, опять проверяем. Вот тут цехи. Все, это просто средневековые цехи опять. В общем, во всех городах куплены полностью все мои здания. Это плюс 100% к туризму и к вере будет опять в золотом веке. Так, ну тогда давайте... Нужен ли нам какой-нибудь поселенец? Давайте в Ахалкалаке купим поселенца. На тот случай, если какие-то ресурсы появятся. 175. Рабочего. Ну, в Тбилиси можно... Это вырубить и шахты поставить все-таки. Давайте это, так. Или в Цухуми, чтобы дополнительный. Давайте в Цухуми. Во-первых, надо будет лес вырубить. 250. Ну, предлагай. Ну, в принципе, я в будущее смотрю с оптимизмом. Только вот, конечно, Италия у нас божит. Сколько? Давайте глянем у Рима городов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У меня 9 тоже. Тоже 9. Ну, то есть можно, наверное, все-таки может мне еще просто поселенцев покупать, или я не успею за только буквально одного. Ну, мне бы, наверное, или там, по-моему, монументальности не будет в следующей эпохе. Сейчас глянем. Но прикол в том, что Рим, скорее всего... Нет, он тоже монументально избрал. То есть это его реальная наука на самом деле. Короли наемников. Так, давайте скидка в золоте на торговую конфедерацию. Стоит ли? Мне жилье больше нравится. Я готов. Посчитайте, пожалуйста. Поляк, ты готов? Готов. Да, я готов. Посчитайте, пожалуйста. Раз, два, три. Так, давайте каравеллу. И тут взрыв. На, хочу с теми варварами разобраться. Мне... Давайте пока меркантилизм, это через феодализм, да. Мне два рынка надо, вообще эти коммерческие нужны. Чего посела сейчас захватил дуболом? Где? Возле Грузии. Возле Грузии? Возможно, мы его. Если это возле... сверху от Грузии. Калаки. Ну, я там не вижу. Но это не мой посел. Ну, видимо, мой. Я там этот смолец шел ставить, и что-то как-то оно. Варвары слишком напали. Одновременно с пенками. Понятно. Так, проверяю, что я тут больше ничего не могу. Из зданий за веру. Да, давайте, наверное, поселенца.
Или сначала давайте строить. Сколько ходов осталось? 2 хода. Он стоит 7107. Вообще я 2 поселенцев смогу купить. Ладно, давайте поселенца тогда. Если хочешь, можешь вернуть мне посела. Да я разглядом не убил Холома. А. Я думал, ты забрал. Ну, окей. Он внизу, да? После... Ну, Юльтин заберешь себе, значит, поставишь. Так, один заряд. Давайте мы пойдем убирать вот тут овец. Двух арбалетчиков. Кстати, надо бы апнуть вообще, раз у меня стоит карта. Ну, сейчас 90 будет каравеллу. А этих сколько? По-моему, 125, что ли? Не, подожди, с карточкой меньше? Не, наверное, 125 будет. Там дорого почему-то из лучников арбалетчиков обычно. Потом пойдем зачистим, наконец, Черное море от пиратов. А Севастополь можно и захватить. Так, давайте, во-первых, апнем арбалета одного. 60, нет, 60 нормально. Это для того, чтобы Ахалкалаки стрелял как арбалет. Отлично. Этого посела я себе оставлю. Я готов. Так, литье открыли. Раз, два, три. И могу еще одного посела. Ну, я вот для того, чтобы тут все заселить в следующей эпохе, когда у нас не будет, скорее всего, этого возможности покупать за веру. Так. Она рабочего хватает. Отлично. Так, давайте вот этого сюда отправим. Пойду фес искать. Мне на холм надо там пытаться встать. Верфь или амфитеатр. Давайте с амфитеатра все-таки. Не, верфь тоже ничего. Ничего не скажу. Верфь. Так, и тут центр коммерции. Тут давайте, наверное, центр коммерции куплю за сотку. Ребята, города уничтожать можно? А, что, города? Уничтожать. Можно. Еще раз не услышит. А ты можно. Что уничтожить-то хочешь? Гнездо. Он не отвалится по лояльности. Да нет, он должен, у меня он не отваливается тут далеко все. Алин, близко. Что? Тебя он не отвалится, он отвалится. Ну посмотришь, короче, как там отвалится в будущем, хорошо? Да, можно разрушать или нельзя? Можно. Мне кажется, он не должен отваливаться. Нормально. Тут хороший, блин, кампус на плюс 4 будет в городе, а чё ты? Чё ты его разрушил? Тут, кстати, нефти, скорее всего, может быть. Можно было и сюда поставить городов. Про Львов? Он же вроде не отваливается. Не, он про Гнездо. Снизу, этот что, возле ГГшки? Какой ГГшки? Там есть ГГшка? Окей. Нету там. Короче, тебе это Бухарест называется. Я не думаю, что он должен отвалиться у тебя. Интересно, сильно ли ударило по Риму отсутствие караванов? Да. Но так не выглядит. Честно говоря.
Так, в нормальный век немец, грек и поляк. А, слушайте, так есть монументальность опять? На 12 науки, окей. Это же так критично сейчас. Интересно. Вот это интересно, конечно. Опережаешь сильно. Нужно ли мне реформу денежного обращения? Знаете, я бы опять монументальность на самом деле взял. Просто покупал бы рабочих сейчас. Дальше. Короче, вы мне забанили торговые пути. Я сейчас вообще не знаю, что мне взять из устремлений. Здесь живут драконы, бери, заселяй Африку. Отлично. Вы им подсказываете. Чтобы вы потом на кораблях приплыли и мне все снесли, да? Я готов. Да, в принципе, тут сейчас можно без счета, как бы я до города еще не дошел. Ну как бы да. Ну, пока без счета, если нужно, я попрошу, хорошо? Хорошо. Так, этим рабочим. Ну, может, вырубать тогда. Так. Давайте ставить тут города. Видимо. Кстати, Грузия, тебе подсказка. У меня тут вот к северу от тебя, вот видишь, ртуть это фига как ресурса. Ну. Напоминаю, корпорации от нее дают науку. И продукты, соответственно. Спасибо. Советую. Вот спасибо, поселить. Хорошо, вижу, положите ну, на вот комод. Я вам денежку принес за квартиру, за январь. Вот один единственный город сразу... Ага, при... Храм Махабодхи француз построил. Ну, тогда... Ну, в любом случае, мы пока просто рабочих покупаем. Плюс сколько там? Так, теперь тут зал для приемов. Возьмем Рейну в горе. Я просто не знаю, пока куда мне этих поселенцев отправлять. Мне кажется, вот так вот по реке стоит заселить города. Так, вот верфь давайте как раз вырубим под нее. О, мгновенно капер предоставляет. Пока никуда не отправляем, ничего мне это пока не надо. А нет, до Магнуса не дотягивается. Так, после универа сразу ставим тут центр коммерции.
Как мне вот горе вырастить? А, подождите, я тут хотел кампус для поти ставить, на самом деле, а не горе. Так что горе все нормально. Португальские броненосцы. Выглядят опасно. Еще один капер. И открою, так, банковское дело. Каменоломни, погруженные наборы. Давайте, наверное, фрегаты откроем. Насчет следующий ход хорошо. Ну, Грек, ну что ты так присоюживаешь быстро? Я думал, крысал так чисто, чтобы рыцаря побил венгру, а ты даже этого не дал. Ну, ладно. Пока, наверное, никуда. Фес хочу найти и в него уже отправить. Да, ну, короче, моя способность на два посла чисто, наверное, в Хатусе будет работать максимум. Что у нас там еще? Ну, плюс сейчас 100% туризма и 100% веры от цехе идет. Видите? Где тут написано? В золотом веке плюс 100% к туризму и вере. Ну, то есть, по идее, это даже тут где-то должно быть отмечено. Вот, плюс 8 от цехе. Блин, извини, случайно нажал, там увел. Это, кстати, у тебя до него, по-моему, не добегал, или нет? Просто у тебя тут... Да, это просто у тебя Венеция подошла, а Венеция была, видимо, убили, и я автоматом вот тут по привычке увел этого арбалета. Можешь что сейф будет? Я что-то как-то вот... У меня автомат уже сработал, вижу, мой юнит убит. Севастополь, причем, уже по лояльности ко мне отваливается. Минсанские, отсоединись. Они в междуходе убили меня лучше. Ну вот это я, это же не я. Не, я понимаю, я просто говорю, почему я так и нарушил. Потому что у меня вот автомат уже рефлекторно сработал. Раз убит Юни, значит уже, ну, типа, война. Все дела, извиняюсь. Что? Это же венецианский юнит сейчас. Не, я знаю, я просто говорю, почему я случайно так... Я объясняю просто, вот, так сказать, оправдываюсь. То есть я не говорю, что ты нарушил ничего. Нет, нарушил я. Просто говорю, что мне, так сказать... Я бы объявил поляку войну, если бы вот тут коляска не бегала. Которая у меня в тылу может давай, все... Давай, знаешь, как давай сейчас без счета изговнять. Ты первым ходишь, все делаешь, потом я уже вот замену. Ну что, вот я тут так, кроме инсанса обстрелять ничего не могу. Блин, а чё, ну, о чём я тут это выделываться? Давайте заселять эту территорию. Монументальность всё-таки. Какое-то задание Преслова выполнил. Так, еще, все... Ну, кстати, Севастополь потихоньку отваливается. Можешь там прибыть, забрать дела. Грузия, Польша, Венгрия. Османы все-таки основал религию. Ну, не знаю, зачем ему надо я было. Уже религия, давайте посмотрим, сколько у него веры вход.
Так, у меня 207, но это, правда, благодаря цехе, то есть, грубо говоря, на самом деле, это 110, например, да? 72 у Франции, у Польши вообще 78 у Венгрии, 28 у турка. Зачем ему религия? Не понимаю, честно говоря. Я тут постою, чисто подожду, когда Севастополь отвалится, чтобы его захватить. А, я, наверное, это сплаваю, полечусь. Так, ну, а да, фрегатом сплаваю, апнусь. Венгрия, предложение. А, да, заблудился. Посчитайте, пожалуйста. Раз, два, три. Берёшься. Негде промышленную зону для соседства ставить. Дайте. Ну, на самом деле, здесь будет плюс один. Венгрия. Не знаю, я думаю, что... Принял. Давай вот так. Блин, я даже не знаю, с промышленной зоны что тут делать. Может, на карточку уже было поставить на... Валету никто не перекупает у меня. Вообще зашибись. Да что вы все сюда претесь? Столица к столице. Мне нравится от Грузии в Хатусу и ко мне такие три. Естественно. Военный лагерь, развлекательный комнат. Ну тут аквапарк надо будет. Блин, там еще Хатуса есть? Нет. Есть Женева, есть Вес. Я и забыл за Хатусу вообще. Научные ГГшки есть? Так, шпиона пора. О, тут вообще-то в этой игре их 4. Это вообще какая-то имба. Ну они все в разных концах, они не у кого-то, у одного, знаешь, такое. Ну, у Рима, допустим. Не, ну для Рима, например, 3 сразу. И Болонья. Да. Сразу 2 научных ГГшки. Ну, которые да, одну он убивает в любом случае. Рим достаточно быстро успевает обнаружить. Песку да, попробуем, да, но... Убиваешь, она дает достаточно его. Неплохой плюс. Это не то же самое, как французскую привык, там, до Хатуса и до Песа. Извиняюсь, я сколько там вот в полянку. Ну. Не хочу клетки покупать, поэтому смотрю, где мне обрабатывать, чтобы не покупать клетки при этом. Я готов. Считайте. Не знаю, может мне тут на побережье еще поставить. То есть я там поставлю сейчас город. Ну тут вообще грустно, просто тут нету рек. Кто я? Я вообще-то тоже. Поэтому и не хочу я там ставить. Так, давайте смотреть, что тут нарезные стволы. Наверное, надо порох открыть. Не, давай, ладно, я. Просто у меня только преимущество. Так, будет. Рынок есть, я могу караван купить. Если я буду считать, я скажу три, уже сам покажу. Потом ужин третий. К Египту я вообще не дотягиваюсь. Кто-нибудь третий будет нам считать? Ну охренеть. Раз, два, три. Двенадцать из Цхуми в Эдирне, 13 из Ахалкалаки в Эдирне.
Ну, закрывайся. Интеркоммерции рынок. Здесь. Да, священное место, наверное, сразу ставить. Сразу куплю строителя. Короче, могу дать совет на будущее. Вот по поводу этой карты. Если вы еще раз соберетесь играть, то надо как-нибудь это правило, чтобы поляк там забирал пантеонные лагеря и, может быть, даже артиллерию. Каким пантеон он должен забирать, иначе тут никак. Вообще просто не играть на этой карте, раз она такая дисбалансная. Да, лучше так. Лучше так. Ну что-то я не вижу, чтобы остальные цивилизации прям сильно отставали. Я могу сказать, только вот турок отстает, но мне кажется, турок не очень правильно начал расселяться, ему надо было сразу сюда вправо, где как раз много производства. Нет, турок еще более-менее. Вот, посмотри просто вот на мой... Ну, я так понимаю, что вот именно у Польши самые большие проблемы получаются. И то это я 5 ходов к ним ушел. То есть смотри, Лёш, ты Краков с Львовом видишь? Нет. Я только Краков вижу. Что? Краков, ну смотри, Краков это то, где я появился. Для столицы, то есть чтобы по кведук ставить, ну такое. Я в итоге дошел до Львова. Ну тут уже лучше, но тут пищи толком нет. Вот результат, то есть вот там. Две опции только видели. Так, когда он там отвалится, Севастополь? А, долго еще будет. Он за два хода. Ну, считай, по этой фото. Ну, можно здесь без счета, пока. Ну, давайте, наверное, в Талаве Мокшу. Фига тут варваров. Ну, теперь уже можно с поляком право прохода заключать, потому что он там вряд ли выживет. Польша, что твой лучник запал вообще во Франции? Да что мне еще делать? Назад идти толку нет, все равно лучник ничего там не делать. Так вот мир посмотрю напоследок. Что мне еще делать-то? Ой, Кардифф. И Брюссель. Так, тут бы я, наверное, вот сюда ставил город, а здесь между рисом. Ну вот это можно считать законченным, мне кажется, расселением за Грузию. Теперь можно, наверное, апостолов для укрепления религии. Ну, слушай, а я как-то более-менее по науке вырвался после того, как у меня три города забрал. Ну вот о чем и речь. И вы
Ну вот смотри, тут сейчас Германия, Венгрия, Португалия, Рим и я примерно наравне идем по науке. Чуть получше у Рима, конечно, со всем остальным. Но я думаю, это не такая большая, не такое большое преимущество. Согласен на все 100. Смолвил как боженька. Просто, ну, наверное, реально у Польши есть проблемы. Ну, у Египта, например, нет, есть проблемы в начале, но, в принципе, его никто не заберет. Проблема у Египта это решается пантеонами, которые больше никому не нужны. А у меня это решается пантеоном, который нужен еще много-много кому. Вот в чем проблема. То есть Египет, например, можно взять на поймы, которые никому не нужны, на что там еще, на пустыню священки поставить. А у меня тут ничего толком. Я уже говорю, либо вообще жилья нет, либо... Да даже в начале, месте появления толком пищи нет. Расти не на чем. Посмотри метку. Производство, да, хорошо. Но без пищи оно ничего не дает. Сейчас сделка. А, кстати, я Египет еще не встретил. Можете сказать, какие у него там показатели? А, я вот тоже никак не могу найти. Ну, внизу под турком. Я-то уже до него не доберусь. 124. Ну, кстати, тоже нормальный у Египта показатель вполне. Тут, видимо, только Польша вот такая вот. Ну, или... Не, я тут не так уж плохо играю, чтобы вот так вот... Польша изначально очень плохой старт, на самом деле. Да. Ну, и, ну все-таки у Польши хреновый старт. Может, мне надо было за Польшу сыграть тогда? Так, ну, давайте еще Магнуса посадить, в оборону встану. Да, не могу уже дальше отойти. Вот, город. У меня максимум... У меня туда же примерно. Ну, это хоть другие города более-менее. У меня-то что-то. Из Кракова вообще тоже без пищи. Хмельницкий, но более-менее. Мукачево тоже 5 максимум, дальше вообще не на чем расти просто там. Ну, по нулям все, хотя уже амбары, мельницы стоят. А те, которые так, на восток, здание это, не хочу пока Йорис, брать. Минск. Там производство серьезный нет. Серьезный интегрированный штраф, нет, дальше нет. Распространяется, 10 лечения. Построенные города сразу получают... Блин, все какая-то фигня на самом деле. Ну, я понял. Ладно, возьму ступу тогда. Ну, как бы у меня... Нация такая, что мне нужно, как бы где-то что-то, ну. Так, а нафига я паровой двигатель открываю? А ты еще так позволил мне подойти спокойно, ну видишь же, в армии вообще не строишь. Может, все-таки экономику? Давайте, ну, экономику. Я все пытаюсь, когда я так вот сильно. Два банка. Ну, мне два банка для этого надо, а тут две верфи. Это не замечаю. Черт, а что я забыл про верфи, ничего, про банки? Ну... Верфь, по-моему, я одну уже построил. Ну... За даже тут строится. Бы. Ну построил бы, я бы уже точно ничего. В горе надо купить. Ну, и я, Рейну прокачать на соседство, да. Стоит. Даже с этим всегда надо. И верфь, соответственно, тут будет давать производство неплохо. 58 производства будет давать, чтобы быстрее часовня построилась. Больше, чем у меня. Так, в поте, ну, кампус. Ну, толку бы я за того сидел. Все бы были крутые. Плюс 4. И вот у нас заканчивается ромашка. Давненько я, кстати, в своих играх реально полную ромашку не делал. Ой. А что это у нас тут за нашествие? Пак. Да, что за военник в мою сторону? Ну, насчет отправлю в Иерусалим на... Нет, что-то... Все в обиды случай. Видишь, там юнита особо пристрели нет. О, бабки подъехали от Португалии. С
Создание поселенцев, торговые пути, бонус соседства для гавани тоже интересно. Но мне кажется, два жилья все-таки покруче пока. Кому-то нужно вино? О, есть фес. Есть гранада. Это кто говорит? Греция. Так, ну, вот нам и фес надо будет первый посол сделать, да? Так, тут стоим, ждем, когда город отвалится. Ну что? Грация трейд. Тебя кампусов, ну где кампуса? А вот вижу один, два. Ну мне уж надо как-то города перед этим разбить, ставить кампуса-то. Ну это получается. А что я города не Так, в Батуми не дают строить, сволочи. Давайте центр коммерции. Ну, дострою этот магистра. Буду покупать просто за веру. Мне надо было тут тоже священное место ставить. Предложение, так если там хочешь забрать города справа. Нет, не хочу. Не знаю, где там. А они там сами отваливаются по лояльности. Ты, конечно, интересно, Севастополь пос... или ты надеялся, что там будет на месте Одессы еще что-то, не давать ему отвалиться? На месте Одессы был город, как я его назвал, Одессы, и его снесло. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!